Вон я его вижу. Ребята, смотрите, как это будет эпично. Кстати, такого еще желания у нас не было в этой рубрике. Кстати, а я хотел его загадать. Ого! У вас немножко тоже телепнуло? Ой, наше. Прикольно. Ого, и взрыв дошел, все, прощайте. Hey, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Подливочка, Гусунёк, форум, как всегда, отличное настроение, пацанчики, поздоровайтесь. Привет. Салам алейкум, братья. Всем привет. Наконец-то, сегодня у нас очень классная, веселая серия с офигенными желаниями, экстремальный крокодил-дантист. Если опять кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем веселиться. Ребята, обычно мы в роликах берем обычно классического крокодила-дантиста, но сегодня мы взяли экстремального, это когда у него вверху очень острые зубы и будет еще больнее нас мочить. Ну, давайте я первый буду начинать. Такс. Надеюсь, я буду сегодня загадывать очень классные желания. Вот видите, как я и сказал. Форум, ты проиграл. Так, я давайте загадаю ему желание. Я сейчас вселюсь аниматроника. А следующее желание будет еще жестче. Это как, знаете, тренировочное. А ну иди сюда, щенок. Давай, убивай. На тебе, поднял тебе и оторвал. Поднял, обнял, поцеловал. Давайте, следующий. Давай, Саня. Иди в поле. Ой, Гусюня, как всегда, что-то эпичное загадает. Сейчас нейроядерную бомбу, да, нам голову сбросит. Я не знаю, что он может сделать. Напишите в комментариях, как же он его убьет. И не забываем подписываться, ставить лайкосики. Ролики выходят каждый день. Ой, красиво, я так и думал, что это такое, что ты сделаешь. Так, давай, подлючка, теперь ты ему загадывай. Ну, пока что такое лайтовенькое, в принципе. Ну, расстрел. Это да, тренировочное. Так, раз ты проиграл, нажимай опять первый зубик. Представь, он сейчас опять сольется, я буду голосину ржать. От, блин. Ух. Ну, не обязательно с первого раза. Давай, Гусанёк, раз ты сольтухи крутишь, ты кто из вас там по очереди держишь? Там уже все, сейчас. Так, чтоб не было потом драки, тоже проиграл. Я нажимаю вот этот вот. Есть. А немножко страшно, да, когда нажимаете на зуб? Да. Кажется, вот-вот придавит, ты прям ожидаешь удар сверху. Гусанёк, проиграй. Ну, давай, Так, вот этот... Блин, ну ты молодец, молодец. Опа. Сейчас кто, я или форум? Ты, ты. Я уже два раза нажимал. Так, у меня есть три шанса, чтобы не проиграть из одного. Есть, есть, все, до меня уже очередь не дойдет. Нет. Ай, блин, это классно. Форум, я как предсказал, что ты будешь проигрывать. Так, ну что, у меня есть очень классное желание для тебя. Оно, кстати, этот, мгновенная смерть называется. Прикольно. Конечно. Смотри, что я сейчас сделаю. Спасибо. Отходи подальше. Так. Ребята, а четкое попадание в голову. Я же попаду. О, как ты отлетел эпично. Миньон отлетел. Да, давайте следующий ему. Давай, в поле. Опять в поле. Ну что ж ты опять там задумал? Полевой ты человек такой, а? Ребята, настроение отличнейшее. Надеюсь, это настроение на вас немножко... передастся. А что, ты его убить не можешь? О, прикольно. Это серия СМ2. Удаляй своего челика, он гоняется за нами. И тучка второй раз. Он теперь не будет спавниться, не? Ой-ой-ой. Прикольно. Раз форум ты проиграл, нажимай опять зум. Ребята, если представьте, он опять третий раз проиграет. Я буду вообще жестко угорать. Я придумал еще жестче желание. Все нормально? Нормально. Ух, слава богу. Давай, форум. Ну, блин. Я прям чуйка то, что я проиграю сейчас. Нет, сейчас проиграет Гусанёк. Вот смотрите, у меня прям, ну, знания есть определенные. Да. Конечно. А я его запрограммировал так. Ну, без читов ты интересно. Конечно. Так, Гусанёчек, ты готов? Да. Так. Стой на месте. А следующее желание, если я выиграю, я его взорву ядерной бомбой. Ого, ты не молодец. Ты готов? Давай, танцуй в это время, а я тебя собью. Бу, еще и переехал. Ну, как всегда, что было жестко и красиво. Так, опять твой челик бегает, удаляй его. А, ты опять загадал, это желание у тебя такое? Иди это, в поле, в поле. Он спавнится, потому что почему-то сам. Иди траву косить. Такое бывает, косить траву? И стой на месте. Ой-ой-ой-ой, да не-не-не, ну что ты? А что ты сделал? Ой.
и сам себя. Себя убью и всех. У нас гусенек, ты умер, давай. Начинай. Начинай. Твой любимый зуб. Умрет. Так, давай форум. Вот сейчас форум проиграет, смотрите, это будет жестко. А ну. Да ну ладно. Но я не должен в этой серии проиграть. Потому что этот зуб сейчас сливый. Ха-ха, я знал! А зубы очень вверху острые, нереально острючие. Хлопывает жестко. Да ладно тебе. Так, все, улетай. У тебя есть режим полета? Да, есть. Улетай туда далеко-далеко. Далеко-далеко. Так, еще. Прям на край карты лети, пока он, ребята, летит, я возьму ядерную бомбу. Вон я его вижу. Ребята, смотрите, как это будет эпично. Кстати, такого еще желания у нас не было в этой рубрике. Кстати, а я хотел его закатать. Ого! У вас немножко тоже телепнуло? Ой, наше прикольно. Ого, и взрыв дошел, все, прощайте. Нифига себе, это радиус какой дебейлиший. Так, давайте следующее желание, кто ему там загадывает. Так, давай я. Вот это там мощь взрыва была. О, скибиди туалет, давай, это классно. Давай. Бум. Ага. А, убил, красиво. Прикольно. Так, давай, подлючка, теперь ты. Ну ты серьезно? Да ну тихонько. А, все, вот так вот, хорошо. А, ты раз убил меня. Так, ну давай, раз ты форум проиграл, третий раз, давай я четвертый раз проиграю. Представь, сейчас с первого зуба умрет. До свидания. Да ладно. А бывают такие серии, когда, знаешь, не везет. Помните, там была тоже серия, когда я тупо сливался постоянно? Но в этой серии я буду живой, потому что для того, чтобы не проигрывать, надо очень долго выбирать зуб. Вот этот выигрышный. Конечно же. Все, до меня уже очередь не дойдет, потому что форум сейчас... А, да ладно, нет. Хорошо. Гусенек? Ну? Есть! Класс! Так, я знаю, чем я его убью. А давайте мы его убьем копьем. Смотрите, как красиво он сейчас отлетит. А нет, просто сквозь него даже копье прошло, нифига себе. Гусенек, иди в поле. Давай, иди, траву косить. Давайте посмотрим, что же он ему приготовил. Ой, надо текать, это ядерный, ой, метеоритный дождь. А, ты один четкий. Ой, да. Красиво. Это была метка. Угу. И давай, подлючка, покажи вещи. А он танцует все. О, грузовик пошел. А, ну это такое, это не больно. А ты его просто брось над ним. Да, вот так. Ладно. Вот. Опусти, да, просто брось, он его придавит. Угу. Отлично. Придавливание грузовиком, это тоже интересная смерть. Ну давай, гусенечек, сливайся еще раз. Мы с подлючками еще ни разу, да, не умерли? Да, да, да. Я люблю такие серии, когда мы не умираем. Ладно. Так, опять же, надо долго выбирать, чтобы не слиться. Так, эники, бенники, ели вареники. Эники, бенники, клоц. Вот, я знал, что я выиграю. Так, сейчас и тушка. Только сказал. Это что, значит, в следующий раз я должен умереть? Да. Так, я приготовил ему тоже очень классную смерть. Это будет смерть у нас от ядовитой гранаты. Туда, иди подальше. Ты готов задохнуться? Давай, уже. На, попей. Ох ты, красиво, что ты так отлетел? Это бывает. Это, иди, сейчас, подожди. Поле иди вот опять, это. Давай. Так, и теперь смотри, иди ко мне. Мы ставим вот это. Садись ко мне. А вы решили вдвоем умереть? Да. Ну, прикольно. А, ну давайте, это будет интересно. Погнали, Саня, умрем. Давай! Я не ждал такого мощного взрыва, у меня аж полет слетел. А это законно? Да. Это законно, теперь и тучка. Так, давай. Стой на месте. Давай, друг мой. Покажи вещи. Теперь, сейчас, вот это беру, вот это. Ну ты вообще, да, офигел. Это мощная пушка, ребят, давайте посмотрим, как она стрелять. Мне кажется, этот выстрел мог бы корабль утонуть, утопить. Может. Ну ты просто в человека выстрелил, жесточайший ты. Сразу видно, добряк. Ну давай, кто там умер у нас? Давай, подлёчка, начинай. Я хочу, чтобы он опять умер. Так, гусанёчек. Давайте теперь я. Так, надо опять долго выбирать, потому что когда нажимаешь первый попавшийся, проигрываешь. Отлично, я не умру в этом ролике. Чувствую, что я не умру. Не, ну можно было бы умереть, в принципе, ничего здесь плохого нету. Нет, Саня. Давай, гусенек, пока. Так, смотрите, он сейчас умрет, смотрите. А ну. Ладно.
Что, я сейчас? Да. А, ну хорошо. Так. Один из трех. Так, так, так. А, из четырех. Ну ладно, давайте этот нажмем. Ха-ха-ха-ха, я рад, что я не слился. А стрёмно нажимать. Ух. Все, сейчас кто-то из них умрет. Ну, твоя, давай. Давай, идушка. Твоя. Да, конечно, ты что? Ну все, гусанёчек, конечно, хороший ты был, человек сейчас раз не сработает. Давай, танцуй и нажимай. Давай, перед смертью танец. Блин, это круто. Так, хорошо, давайте мы сейчас что-то такое придумаем интересное. О, я тебя сожгу. Где ты? Круто. Гори. А, блин, подожди, стой. Сначала попади. Гори. Попади. А чё, чё, так я в него... А, хорошо. Гори. Да не ходи ты. Да как-то увидите на записи, вроде как попал в него, оно сзади загорелось. Потому что отскочило. Ай, больно. Как-то странно работает тут. Коктейль Молотова. А ну... Отойди чуть-чуть вперед. Так, давай, нас же не замочи. Ладно. Что вы все? Да, ну ты понимаешь, что ты танцуешь, тяжело попасть. Это ты отлетела, ты красиво. Так, стой на месте, значит, стоять. Стоять, мы говорим тебе. Ой, монеточка, монетка, это мощь. Ну давай, гусанёк, раз проиграл. Твой любимый. О, сейчас сольется. Ну блин, а. Ладно, давайте я. А ладно, давайте уже. Подлючка. Теперь я. Так, нельзя сразу первый попавшийся. Это по статистике всегда губит. Вот, отлично. Такс. Пойдет. Сейчас сольется, смотри. Да ладно. Не. Так, надо выбирать очень тщательно. Потому что какой-то зуб уже запрограммирован. А кого думаете, они сразу, когда программируются на проигрыш или рандомно? Рандомно. Наверное, рандомно. А, ну все, ну блин. Да это вы виноваты. Ну ладно, я должен тоже пострадать, не только что мне сюда выиграть. Ну ладно, издевайтесь-то давно, я готов. О, ракета. Так, давай. А что мне делать? Садимся. Садись. А ты веревкой приделаешь? Да. Хорошо, я сел. Ребята, я сижу. Я тоже про это желание думал. А, давай теперь, вот когда он сидит, я его в воздухе взорву. Когда я уже далеко улечу. Хорошо. Такс, такс. Ну все, запускайте. Запусти, я все. 5 минут полет нормальный. Ребята, я полетел. Вот это меня колбасит! Красиво летим, он попасть не может. Косожоп! Вот это я лечу красиво! Давайте уже до потолка долечу. А нет, все-таки я взорвался. Бум, это точно что бум. Ого, я высоко улетел. Я что, прям четко летел вверх? Да. Не под наклоном даже? Да. Вон ты, твой труп летит. А все, я уже исчез. Хватит глумиться над моим трупом. Так, кто следующий у нас? Давай, подлючка. Сейчас я кое-что возьму, если это оно. Так. А, это оно. Это оно. Всё. Называется самоубийство всех. Нет, и себя вот тоже. Вот, все, стой так, стой так. Все, стою. Ух ты, блин, ой, аж дернулся. В глаза искры. Опа, косой. А нет, не косой. Нет. Я хотел вовремя отскочить, не получилось. Ну все. Ладно, давайте, давайте, хорошо, уговорили. Сразу давай. Конечно, я уже со психом сейчас буду над вами издеваться. Ура! Ой-ой-ой-ой-ой, гусанечек. А теперь... Я еще мощнее бомбу использую, ребята. Еще мощнее. Лети туда, в край карты, где был форум. Вон она. Да все, сейчас взорвется, они друг друга ударятся, и будет мега взрыв. Бум. Три, два. Не сегодня твой день. Да все нормально. Все взорвется. Ой. Бум. Еще бомбы к нам летят, смотрите. Там жопа, смотрите, летит. Вот это желание. Нравится вам, пацаны? Да. Хотели сейчас от радиации умрем мы. А нет, все. А нет, да, все, радиация. Ладно, загадывайте дальше. Вот это я жахнул. Ой, красиво. Админский пистолет, да? А, ну, нет, ну, но это как-то винтовка. А, понял. Ну, похоже на админский пистолет взрывы. Ну, конечно. Вот это ядерные грибы там. Ладно, я давай форум. Посижу. Удиви. Я посижу. А, ты добрый? И будет, да, и будет все легко. Он летает. Отлично, куда летим? Ого, ты ж кого пощадил.
А чё ты не умер? Так нечестно. Честно. Если понравилась эта серия, выходите еще. Ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока. Это точно что пока. И еще. Да сколько можно?